Здравствуйте, дорогие слушатели канала «Бурят Монгол РХТ». Сегодня в нашей рубрике «Разговор по пятницам» (Casual Fridays) гостья Анастасия Лисова, которая проработала на канале ТВКом, ведущей новостей, и 1 год на канале АТВ. Здравствуй, дорогая Настя! Большое спасибо, что ты согласилась поговорить со мной сегодня. Расскажи, пожалуйста, сейчас, где ты находишься, если можно, если это не секрет. Хотела бы сначала еще зрителям сказать, по какому поводу я пригласила Настю сегодня поговорить на нашем канале. Где-то примерно неделю назад, Настя, ты выступила с обращением к бывшим коллегам на канале Free Burятия Foundation. Вот. Да. Это было твое первое такое публичное выступление к Ну своим да, бывшим подтвердил. землякам. Расскажи, пожалуйста, почему именно сейчас ты решила это сделать? Ну, потому что сейчас я нахожусь в относительной безопасности в другой Да, стране, да. в Америке. Здесь, ну, естественно, есть защита, и ты ее чувствуешь, и ты знаешь, что, ну, здесь тебя не посадят за твои убеждения, за твои слова, естественно. А поэтому мне это хотелось сделать очень давно, в самом начале, когда началось вторжение. По сути дела, в соцсетях я сразу сказала, ну, высказала свою позицию. Сразу же. Да, я уже давно вот следила за твоим Фейсбуком, ты Сразу. уже очень давно это уже Да. свободно говорила. Еще будучи в Петербурге, да, где ты жила, я, честно говоря, даже удивлялась, потому что уже тогда за перепосты, там, за всякие лайки уже людей могли посадить, там, штраф какой-то выписать. Да, было реально опасно. И поэтому сейчас, когда есть такая возможность, ну, конечно, я сразу ей воспользовалась, тем более Свободная Бурятия предложили мне такое сделать. Ну, Связались это с тобой, хорошая да. площадка. Конечно, я сразу воспользовалась этим. Но ты сейчас уверена в своем положении? Ты не боишься, что там вдруг, если что-то не получится, там тебя могут выслать обратно? Конечно, такое возможно. Конечно, Такое такое возможно. возможно, ты, тем не менее, все-таки взяла на себя этот риск. Но если постоянно бояться, как все боятся, ну, тогда вообще никаких перемен никогда не произойдет. Многие говорят, что вот вы уехали и раскачиваете лодку и все такое прочее, да, из-за рубежа, конечно, вам так легко и просто. Это не легко и не просто. Когда ты бежишь от режима, это очень непросто. Ты лишаешься всего. Твоя жизнь меняется просто кардинально, как будто ты уехал на другую планету. Это очень сложно. Да, конечно, я здесь сейчас строю жизнь по-новому. Да, конечно, я знаю, что она у меня будет лучше, чем в России, потому что здесь демократический режим. Я это знаю. Но сейчас мне непросто. И на этот шаг мне было решиться очень непросто. И путь я проделала непростой вместе со своей семьей, потому что семья твоя тоже, естественно, вынуждена следовать за тобой. Поэтому мы с ним вместе и на митинги ходили. Ну и муж тоже, вся наша семья. Это непросто, да. Это очень непросто. Да, люди некоторые говорят, что мы говорим с какими-то привилегиями, да, что, естественно, мы находимся в безопасности, и это вообще, конечно, Да, конечно, большая и привилегия. складывается ощущение, что раз мы в безопасности, у нас так все, I'm okay, да, и мы вот такие вот тут вот сидим и Белое что-то там пальто одели на пытаемся, себя да, и но вещаем. тем не менее, этим мы пытаемся, я вот так считаю, что даже переубедив хотя бы одного человека, который потом переубедит еще какого-то человека, и дальше будет, это, я считаю, это уже победа. Ну, это важно. А тем более люди, которые публичные, которых знают, ну, хоть как-то. Я думаю, они обязаны высказать какое-то мнение. Да, аккуратно. Да, в России очень опасно. Но всегда его можно выразить. Я знаю, у меня коллеги в Краснодаре, не все, конечно, вообще очень единицы, но я знаю их позицию. Она понятна. Но она написана и высказана так, что, ну, не прикопаешься к ним. То есть преследования к ним нет, но я точно знаю, какая у них позиция. Сделать совсем несложно и безопасно. Какой именно аудитории ты обращалась прежде всего? Потому что, ну, как ты знаешь, есть категория людей, которые все прекрасно понимают, они просто выбрали позицию, ну, кто я вообще, что я могу теперь с этим сделать? А просто страдать бесконечно от этого, раниться каждый день и мучиться, это, ну, просто это невозможно, да? У тебя есть семья, там у тебя есть Да. обязанности, тебе нужно как-то взять себя в руки и жить дальше с этим. Это тоже, И да, так и есть. поэтому, в принципе, естественная защитная такая реакция, немножко себя от этого негатива оградить, не открывать новости, делать вид, что этого нету, и продолжать жить. Я даже считаю, что ну, это верно, потому что у меня есть друзья, естественно, в Бурятии, ну и в Краснодарском крае, в Краснодаре. Я их даже прошу ничего не говорить. Я их прошу не лайкать, например, Сейчас-то вот это какой смысл, обращение, да? потому что это очень опасно. Я их прошу, чтобы они сохраняли свое ментальное здоровье.
Потому что я помню, когда я была в России, и ты следишь за новостями, и ты понимаешь, что становится все хуже и хуже, все хуже и хуже, и ты даже ничего с ним сделать не можешь, потому что сейчас в России реально сделать ничего нельзя, и очень опасно. Поэтому, ну, ты бежишь, ты просто бежишь туда, где можно что-то сделать. Это очень важно. И поэтому те, кто сейчас в России, я никого не призываю сейчас это сделать. Я просто призываю к тому, чтобы как-то обозначить свою позицию аккуратно, не работать на пропаганду. Не работать на эту машину зла. Просто не работать. Всегда есть выход. Люди, которые... Будем говорить про Улан-Удэ, про Бурятию. Я много лет с ними не общалась, потому что в 2014 году я уехала Ты уже уехала, назад. Вот. Но, тем не менее, столько лет мы вместе работали с коллегами, да, встречались и с коллегами с других телеканалов. И я работала на двух телеканалах, на ТВКоме и на АТВ. И... Понимаете, эти люди, которые они известны, они до сих пор известны, а на них смотрят, с них берут примеры. Я это точно знаю, потому что, ну, и со мной было такое какое-то время. А Лариса Ринцеева, сами знаете, это тот человек, ну, за которым следят. Следят тысячи, Конечно, да. тысячи жителей Бурятии. И когда этот человек, ну, берет и пропагандирует, и даже призывает в новостях, ну, я, по-моему, где-то видела, конечно, на Ригусе делают это аккуратно, делают так, что как бы, ну, вроде не вашим, не нашим. Я прямо не видела конкретной пропаганды, но она есть. У них одно время был период, когда они показывали погибших, ну, это было где-то вот в начале вторжения. Показывали, да, показывали. Я все понимаю, что они, ну, хоть как-то старались это сделать, но при этом, естественно, никто своего мнения не высказывал. Что как наши молодые ребята из Бурятии, молодые, красивые, которые могли жить, которые могли строить свою жизнь, рожать детей, ну, не знаю, вообще все, что угодно делать, музыканты, художники, не знаю, там, строители, хоть кто. И они вернулись в цинковые гроба. Вы показываете это, и вы вообще никак не выражаете свою позицию, никак. Я бы просто не смогла Но, это сказать видимо, уже никому. тем, что они это показывают, они вот хотели, Ну, а там наверное, было что-то сделано так, что донести. люди... Мы скорбим и все такое прочее, но тем не менее, то есть вы А скорбите, и вы потом, наверное, им ничего с вообще этим не делаете? запретили это все показывать, да? Да, Потому что понимаете? гробов уже там так много уже стало. Я ушла, вот, например, ну, грубо говоря, можно сказать, меня выдавили из телеканала, вполне возможно, за мою позицию. Да, я как раз хотела тебя спросить, что там вообще произошло. Я погуглила, да, до того, как с тобой поговорить. Одновременно с тобой 18 сотрудников уволилось в знак протеста против давления на СМИ. А потом было какое-то драматическое проникновение поздним вечером на студию, там новые хозяева, да, там что-то пытались проконтролировать в 2012 году, в декабре. И вот ты сказала... Не помню уже для какой газеты. Я ушла не потому, что мне обещали большие деньги, я ушла на тех же условиях, на ту же должность. Ты говоришь о АТВ, да, канале? Да, телеканал А, А. для меня это вопрос чести, для корреспондента важно говорить то, что ты хочешь и можешь, а не то, что тебе навязывают. Для меня это очень важно. Это была причина твоего ухода, да, твоего и 18 работников. Для меня это было так, потому что там произошел конфликт, ну, то есть сменился мэр, мэр сменился грязно, ну, это тоже все можно почитать в новостях, сейчас просто не буду терять время. Не то, чтобы мы были за прошлого мэра, но прошлый мэр, там была пресс-служба, с которой можно было более-менее работать и договариваться. А новый мэр, мы знали прекрасно по его руководству Гордумой, это Голков, мы знали, что с ним работать будет очень сложно. И мы, естественно, ну, никто с ним не хотел работать, из тех, кто ушел. Именно не то, что с ним, а под ним, так То есть скажем. ты можешь сказать, что именно этот год стал таким переломным, да, что СМИ стали в гораздо большем подчинении Я думаю, нет. Я думаю, это, администрации. скорее всего, такой прессинг начался с 2014 года, когда захватили Крым. Тогда уже началась очень массированная пропаганда. Ну, до Бурятии, может, это немножко дошло позже, потому что в 2014 году я уже была в Краснодаре. Ну, там совсем другая кухня, намного хуже, чем в Бурятии. В том смысле, что там совсем. А СМИ – это обслуживающий персонал чиновников. И то есть, если когда я То есть туда у нас приехала... еще было относительно У нас лучше с было этим, очень да? хорошо, да. Когда я приехала в Краснодар, вот на первом телевидении работала, я 3 месяца ходила и говорила себе: молчи, твоим уставом в чужой монастырь не лезь, потому что я просто бы лишилась работы. А это чужой город, у меня двое детей, несовершеннолетние, и мне нужно было работать.
Я была Конечно. вынуждена, да. Но там не было ничего предосудительного. На тот момент предосудительного еще не было, ну, кроме вот захвата Крыма. Но так как мы региональная телекомпания, мы этого не касались и не говорили. Мы просто обслуживали местных чиновников, местного губернатора. Ну, вся вот эта вот песня, которая происходит сейчас везде. В Бурятии такого не было. Когда мы работали последний год на АТВ, ну вот перед тем, как мне переехать, это был самый лучший год работы во всей моей карьере. Потому что вот этот год, сколько я там успела поработать, мы могли говорить все, что угодно. Вот просто все, что угодно. Потому что тогда, на тот момент, он был независимым телеканалом. Да, конечно, он принадлежал людям. Да, конечно, там у кого-то были свои интересы. И были, но это было настолько по минимуму, что это было даже незаметно в тот год. Потом, конечно, когда АТВ стал уже правительственным телеканалом, ну, тут уже, как говорится, всем все ясно и все понятно. Вот. А на тот момент это был, я реально вспоминаю, это как самый лучший год моей жизни, когда ты как журналист чувствуешь себя настоящим. То есть ты можешь реально делать вот, и ты делаешь то, что ты считаешь нужным, и говоришь то, что ты считаешь нужным. Это было прекрасное время. Спасибо за это АТВ и руководству на тот момент, что хотя бы у моей жизни была такая возможность. Это был очень хороший, интересный опыт. Ты решила уйти с телевидения в Краснодаре, но из-за того, что там стало вот так неприятно, или по своим Там, жизненным да, это как каким-то раз были обстоятельствам? поправки в Конституцию. Все нормальные люди тогда понимали, что это просто ужас. Просто. А я чувствовала такое бессилие. Я продержалась вот до выборов, до сентябрьских. Я была независимым наблюдателем. А это еще та война с чиновничьим аппаратом. И вот буквально после выборов я вынуждена была уволиться, потому что, ну, во-первых, я сама не могла работать уже на телеканале, который уже начал пропагандировать очень мощно. Да, опять же, я там продержалась, потому что мы, как региональные СМИ, не трогали поправки в Конституцию, мы за них не пропагандировали. То есть я всегда, как сказать-то, очень внимательно относилась к тому, что я даю в эфир. Насколько эта пропаганда ужасна или как-то вот она, ее можно стерпеть. Да, я была пропагандистом, да, и меня можно в этом обвинить, и я уверена, в комментариях будут писать, она же была, она там делала. Да, это было, но Соучаствовала, да, и так далее. участвовала, да, и будут говорить, я это знаю, но я всегда следила за тем, что я выдаю в эфир. Конкретно ты То есть, произносишь, да. насколько мне всем это позволительно или непозволительно. И когда настало вот это время поправок в Конституцию, когда я поучаствовала в независимом наблюдении, у меня просто, ну, как сказать, ну, как пинок под зад, что ли, получился, да, что еще у нас на телеканале там сменилось руководство, это новая политика партии, ну, как бы я поняла, что я просто теряю время, ну, и выдавили меня тоже, это правда, ну, я считаю это так, конечно, тоже там кто-то скажет, это неправда, или еще что-то, ну, я это знаю, я это чувствую, конечно, никто это в открыто в глаза не сказал. Ну, все, и То последний есть эфир, в да. таких условиях получается, что только определенные такие циничные люди могут оставаться, да, на такой работе? Я бы не назвала всех циничными. У всех свои обстоятельства, и всех, конечно, я обвинять бы не хотела, но в целом да. То есть это люди, которые закрывают глаза. Для ведущих, поверьте, на телевидении это такая кухня, когда все хотят стать ведущими. Им кажется, что работа ведущего это легкая, а прямой эфир это очень тяжелый труд. Это морально тяжелый труд. Но всем кажется, что это просто, и все хотят, ну, потому что это же, ну, всем хочется быть известными, еще что-то. То есть это уже Да, человеческий лицо фактор. такое, да, И, канал. соответственно, да, если тебе светит, ну, или просто даже ты в кадре как корреспондент, да, появляешься в стендапах, это тоже как бы, это очень тешит самолюбие. И, соответственно, сейчас на телевидении, вот, ну, насколько я знаю, естественно, приходит молодежь, которая вот им скажут, и все, и они будут, они делают все, что угодно. Они все, что угодно будут делать, и не будут спорить, они будут работать очень много, они будут перерабатывать только ради того, чтобы быть в кадре. Есть такие люди. Есть люди, конечно, которые, как я, ну, вынуждены работать. Я таких, конечно, не осуждаю. Но они как-то, ну да, отошли, ну да, молчат, но как-то вот. Ну, это те, кто операторы, режиссеры, которые работают, но тем не менее они вот не в кадре. Я вот про этих людей говорю. Те, кто в кадре, конечно, ну нет слов. Я тоже не берусь судить. Вот когда произошел этот случай с Овсянниковой, которая А, вышла, да, да, я помню, что которая вышла в эфире Первого канала же, да, она же на Первом работала, с этим да. плакатом «Здесь врут, не верьте», что-то такое, да, там было
подписана, и была очень-очень неоднозначная реакция. Для меня такой поступок перечеркивает все, что она до этого сделала. Она, в общем, не стало стыдно, что она в этом участвовала, да, соучаствовала. И да, там у всех есть свои отговорки, семья, там кормиться надо и так далее. Но вот наступает момент, у каждого свой момент, когда уже становится противно и уже против своей совести. Но для меня это такой очень большой поступок, очень смелый и очень-очень рискованный, и он оправдывает все, что да, она там проработала много лет, она все это прекрасно и раньше знала, Ну да, и как она бы этим очень реальных серьезно каналов поплатилась, она лишилась своих это детей, насколько я поняла, да, ее муж там у нее отобрал да. детей, она до сих пор не может с ними Но, просто по-моему, связь она даже иметь. все-таки успела выехать с дочерью. По-моему, она сейчас с дочерью. Дочери с одной, но она что-то там Да. пишет все время, что она ребенка потеряла, что такое. Ну, старший сын против нее. То есть она А, потеряла. да, ну, в общем, настроили Не его против. против То есть матери, он да. на стороне отца, на стороне вот этой пропаганды, да, и всего Система. прочего. Ну, Ну, в общем, как да, бы. это такая целая трагедия, да, семейная, как бы. Кто мы Это такие вот трагедия, да. осуждать ее. Ну, она там, конечно, написала книгу, и многие говорят, что вот она там на это пиарится и так далее. В общем, я не сужусь. Люди не знают, что там изнутри, да, человека. Нет, я считаю, что этот поступок очень смелый. Это очень смелый, потому что когда я последний мой эфир, и в этот же день я уволилась с телеканала ГТРК «Кубань», я в эфире, ну, сказала последнюю фразу. Ну, там что-то «до свидания, тра-ля-ля, живите по совести». Ну, сначала никто ничего не понял, как-то вот так. Но это было обращение. Кто-то подумал, что это обращение к руководству за то, что там вот, да, ну, как бы они пытались меня выдавить. Кто-то еще что-то. А я, в принципе, это сказала, ну, в целом, живите по совести. Потому что когда уже эти поправки в Конституцию, когда я поучаствовала в независимом наблюдении, увидела это весь своими глазами. То есть я знала прекрасно, что это происходит. Но когда ты сам в этом участвуешь, и ты видишь, как все это происходит, и как все это ужасно, и ты понимаешь, что вот эти люди, которые работают на участках, наши учителя, которые должны прививать, не знаю, как раз честь и совесть, да, и вот эти вот догмы, правила, да, какой-то достойной жизни, да, они что делают? Они отбирают наше право на выбор. Но не просто его, то, что отбирают, они воруют. Они просто его реально воруют. Это просто кошмар. Вот, И когда ну ты да, честно говоря, участвуешь, учителей мне прям тоже сильно жалко, потому что это вообще бесправные тоже люди. я и не Во их жалко. что Мне превратили жалко. наш... После того, как я поработала с ними на участке, мне их вообще не жалко. Я считаю, То есть что они это, вполне так добровольно, да, это все во-первых, делают. это добровольно. Во-вторых, всегда можно взять больничный, не знаю, отпуск на это время, еще что-то, что. И я уверена, что есть такие преподаватели, которые это делают. Есть, кто смело заявляет о своей позиции. Не буду, и все, ну не буду. Учителей в школе не хватает, если ты хороший человек, тебя все равно оставят. Ну да, будет тебе там какая-то галочка. Ну и что? Ну и что? Ты можешь в конце концов уйти в репетиторство, если ты хороший человек. То есть всегда есть возможность. Просто основная масса, что учителей, что пропагандистов, ну, про чиновников вообще молчим, они все остаются вот на этих лыжах. Они не хотят уходить в Я другую вообще профессию. даже не понимаю, в нашей стране вообще какие остались профессии свободные? Бизнес? Ну, бизнес наш тоже весь зажимают, средний бизнес особенно под Да, меня наверное, там. только какой-то малый бизнес, когда ты совсем еще не работаешь, просто. Где ты можешь вот иметь какую-то свою Да, автономность? потому что если у тебя уже крупный бизнес, соответственно, ты вынужден тоже, ну, извините меня, Отстегивать? по этим правилам ты должен что-то сделать. Ты не можешь. Не можешь, потому что это, ну, многого касается. То есть ты не можешь. На больших, на крупных предприятиях, естественно, им идет разнарядка отправить на войну, например, трех сотрудников, как хочешь. Хочешь, уговаривай, хочешь, заставляй, хочешь еще что-то. Ну, как бы, это тоже участие. Я знаю, что многие уходят от этого, как-то увольняют людей, на какие-то ИПшки перевозят. То есть выход всегда есть. Как все-таки взять и противостоять? Просто оппозиции, я не знаю, ну, вот настолько мало, по крайней мере, когда началось вторжение, естественно, все со всеми переругались. И с родственниками какими-то, и с друзьями, и все такое прочее. Ну, эту историю прошли многие. Слава богу, что моя семья, вот именно моя семья, муж, дети, мы придерживаемся одной позиции. Это младшая дочь тоже. Поэтому, ну, это так, и это, конечно, намного легче. Но вот уже с более пожилыми родственниками были. С кем-то я просто не обсуждала тему. Телевизор делает свое дело, да. Да.
А с кем-то прямо вот, ну, тем не менее, вот мне, например, удалось переубедить свою родственницу. То есть она хотя бы, она не то, что, она хотя бы перестала говорить страшные вещи. И она реально говорит, как плохо, что война, это же плохо, это же из-за войны, мы живем хуже из-за войны. То есть хотя бы я ее переубедила. Я точно знаю, что она не будет теперь сидеть там со старушками какими-то или с тетушками и вот это вот говорить, отправлять кого-то. Она не будет этого делать. Это уже победа. Поэтому я считаю, что когда ты высказываешься, люди прислушиваются. И хоть какое-то зернышко им закидывается, потому что когда с ними произойдет, вот как всегда говорили, оппозицию выдавят из страны и возьмутся за вас. И сейчас происходит эта история. Берутся, садят и арестовывают простых людей, которые Да, вообще но не какого-то люди. почему-то эффекта, в принципе, нету на общую массу, потому что это А как потому что уточки. выдавили Уточки адвоката. другую уточку Зачем? взяли, пожарить, а другие уточки дальше клюют себе зернышки. Да, Пока да, их, да. как говорится, не коснется. А система, понимаешь, она начинает тебя пожирать рано или поздно. Такая система, она себя начинает пожирать. И сейчас люди, которые остались, у них нету адвокатов независимых, которых выдавили из страны почти всех, почти всех. Я даже не знаю сейчас, ну, там работает, конечно, проект УВД и инфо, они стараются, они могут, но они все под угрозой. Поэтому это страшно, У это нас очень Надежда страшно. Низовкина там держит оборону Да, из но ты... последних сил, И да. Надежда, там Да. Зуева, они прямо вообще, ну, такие смелые, потому что она еще там, и я вообще так за нее переживаю, потому что, ну, это правда, это очень опасно. Это грёбаное время героя, потому что нужно быть или героем, или нужно просто себя абсолютно как бы отключить от всего и не знаю, как в Очень каком-то сложно, и таком жить, отключить сложно. в Ну, отрицании. да, если взять, например, вот, ну, мой последний год, да, все равно, ну, и вот и в Краснодаре последний год, потом я жила в Санкт-Петербурге один год. Я все равно старалась. То есть я отправляла деньги на передатчики. Ну, то есть ты сидишь в этих чатах, ты не можешь быть в стороне. Да, конечно, я не делала это открыто, но иногда я открыто делала. То есть, например, в Краснодаре мы прямо приносили передатчики в полицию. Мы приносили, мне было страшно. Представляете, мне было страшно пойти передать передатчик в полицию первый раз, потому что я думала, они же сейчас спросят, кто я, а я не родственница, там, не знакомая. И у меня прямо такое волнение было. Я прямо думала, а вдруг меня спросят, а вдруг сейчас мне поставят на карандаш. Ну, хотя потом я и так на карандаше была после вот этих участия в выборах. Вот. Но тем не менее, ты идешь и каждый раз боишься. Но тем не менее, я это делала. На митинг идти, это просто адски страшно. Вот мне было так страшно, я всегда шла и что-то с собой брала, потому что, ну, вдруг меня все-таки задержат. И так и произошло. Нас задержали, да, задержали очень много всех. Слава богу, продержали недолго и не посадили. Но, тем не менее, это было. Ты идешь на митинг, и просто тебе страшно. Это ненормально. Это вообще ненормально. Идти, тебе страшно идти на улицу и быть в своей стране. Ну, это вообще просто какой-то трэш. Но я шла. Да, ну Мне было да, в страшно, общем, у но я шла. нас самая большая трагедия, да, в нашем обществе, что не ходили, когда еще не было страшно. Вот Не я ходила ходили, на когда еще было митинги страшно, да. гораздо раньше, это было очень давно, и совсем не страшно было. Я себя чувствовала хозяйкой в своей республике, в своем городе. Я думала, ну кто мне тут посмеет что-то мне сделать? Я тут вообще, это мой город, и как бы мне решать, как тут жить, что мне думать, что говорить. Но нас было мало. Помню, был какой-то митинг, там убили бурята. У него причем невеста была русская, но какие-то его фашисты эти, националисты русские, короче, избили до смерти. И вот по поводу этого случившегося был митинг. Люди шли мимо просто, и мне как-то так было нехорошо, как-то стыдно даже за людей. Думаю, ну блин, это же вас касается напрямую. Ну Вот что вам именно. трудно? Просто остановиться, постоять с нами там 10 минут, послушать выступление. В общем, да, никто не думал, что вот сейчас-то пока можно стоять, выходить, митинговать, а скоро будет А страшно. никому не надо, понимаешь, люди, я понимаю даже этих людей, люди хотят жить хорошо, это нормальное качество человека, вот я сейчас здесь нахожусь в Америке, здесь просто, ну, всем все пофигу, грубо говоря, ну, если так образно сказать, здесь просто, это капиталистическая страна, ты заработал денег и живешь себе прекрасно, ты не думаешь, ты можешь выйти, да, ты можешь сказать, вот как мне здесь многие говорят, ну, американцы, они русскоязычные, я пока с такими могу свободно общаться. Вот они говорят, ты сейчас хоть трусы снимешь, вот так вот выйдешь и будешь кричать Байдена там, не знаю, на свалку или еще что-то, вообще ничего не будет. Да, ты здесь можешь это делать, но в целом они живут, они хотят жить и все. Они хотят жить, они хотят жить комфортно, они хотят отдыхать, гулять, вкусно есть, там, не знаю, пить.
да, воспитывайся, это нормально для человека, это вообще нормально, это нормальное совершенно желание. И я, честно сказать, вот, ну, наши оппозиционеры, многие там начинают говорить, да, что вот такие рысяки у нас там в России, это нормально. Очень многие, я говорю, у меня сейчас друзья, которые, они очень против, но они там, в России, и они живут, но у них дети, у них семьи, ипотеки, я все это прекрасно понимаю, но просто для того, чтобы высказать свою позицию, надо мало, не надо много, не надо идти на баррикады, если это опасно, не надо. В свое время, когда вот ты говоришь, что это было свободно, а потому что люди не хотят. А потом начала работать пропаганда. Это самое страшное. Потому что как раз вот эта вот пропаганда, вот эти вот 8 лет, что вы делали 8 лет, и все эти фразы, что а когда умирали дети, там, а сколько там умерло, и мне это в комментариях пишут, и все такое прочее. Это же пропаганда. Пропаганда, которая работала 20 лет. Да, я в ней работала. Да, я в ней тоже работала. Она работает. Я прекрасно знаю. Когда что-то нужно продавить, оно продавливается. Оно идет по всем каналам, оно идет во всех газетах. Ну, тогда, когда я работала, касалось больше рекламы какой-то, да, вот что-то вот такое вот, ну, продаж там, да, что-то вот больше, меньше политическое. Но опять же, естественно, когда идут выборы, например, того же мэра, да, то, естественно, начинаются сюжеты, какой он замечательный тот или тот, или все. Это, естественно, пропаганда. Это тоже пропаганда, да, это было, это есть, это будет, конечно, и в Америке это есть, это во всех странах. Просто когда она ужасная, когда уже Но она она приходит просто много... сбалансирована. Есть вот такой канал, да, с такой повесткой, но есть и противоположный. И они все существуют, да, в нормальном Вот так было у нас обществе. в Улан-Удэ. У нас вот, я, например, считаю, что у нас, вот хочу сказать, вот, ну, телекомпанию «Аригус», это реально была в то время настолько сильная и мощная телекомпания. Из-за нее как раз, из-за, ну, их позиции, мы тоже вынуждены были говорить о тех темах, которые запрещены. Потому что, как правило, если кто-то сказал, это же новости, да, это же жизнь, ты, естественно, ты не можешь не среагировать. Да, там, конечно, изощренно давали больше, там, защищая мэра, потому что мы там мэрский канал, мы были обязаны это делать, но тем не менее, ты все равно говоришь, что вот здесь не поставили водоколонку, тра-ля-ля, а потом выступает мэр или кто-нибудь из пресс-службы и говорит, ай-яй-яй, это мы поставим, и они ставят. И в конце концов сделала свое дело. Не было колонки, появилась колонка. Нет? Это самое главное в жизни журналиста настоящего, корреспондента, менять жизнь. И Аригус до сих пор, я вижу у них сюжеты, они стараются, они делают, и это до сих пор работает. В этом плане они, конечно, молодцы. Здесь я не могу сказать, что они делают плохо. Но, к сожалению, первое время они тоже участвовали в этой пропаганде про другие телеканалы. Я вообще молчу. На ТВ это просто так скажем. Ну, понятно, но какая сейчас журналистика может быть? Какая журналистика может быть в Третьем Рейхе? Ну Там, да. единственное сопротивление Третьему Рейху – это его уничтожение. Там строить гражданское общество в Третьем Рейхе, да, или там пытаться там открыть альтернативный канал фашистской Да. Германии. Ну, что за абсурд, да? Сейчас Сейчас речь идет только о том, чтобы все соблюдали осторожность, выживали и ждали распада этой, как говорится, системы. сейчас. Другого выхода абсолютно нет. Совершенно верно. Сейчас те, кто в России, такой только выход. Ну, конечно, есть выход уехать, да, что-то начать делать, в чем-то Ну, участвовать. конечно, Но да. это не для всех, и не все могут себе это позволить. Вот здоровье просто не позволяет, что должны люди делать. Поэтому я, да, призываю сейчас просто сохранять свое ментальное здоровье. Ты вот сказала в своей речи, что ты готова уже, что на тебя польется там критика и так далее. Ты с этим уже сталкивалась или с каким-то Критика всегда хейтом? была. Я Как ты просто... справляешься с хейтом? Вот первое время, когда еще в Улан-Удэ я работала, я не помню, был что, какой-то случай был, что там было. В общем, по-моему, у нас то ли открылась такая опция на сайте на Тиви.ком, что можно было комментарии писать, а до этого ее не было. И там всякую ерунду люди стали писать, вообще просто ерунду. Про меня, кстати, писали меньше, но один раз был такой комментарий, и мой коллега мне говорит: ты представляешь, что такое написали? Алисова-то вообще сидит, ну там, в общем, всех хейтили, вообще каждый раз сидит с грязной головой. Я просто посмеялась, потому что Это каждый слово такой было... смешной хейт, да. Да, что когда ты делаешь укладку перед каждым эфиром, и тебе моют Ну, голову. конечно. Ну, просто смеюсь, и все. То есть я считаю, что ну, у меня достаточно моей самодостаточности. Как, я вообще никогда не Не обращаю обращать внимания. У меня внимания. есть своя позиция, и все. А вы можете говорить все, что... Да, вы можете
можете иметь свою точку зрения, я с вами могу поспорить, ну и все на этом, ну, а просто какие-то комменты от каких-то, ну, людей не очень порядочных, очень много, поэтому, ну, зачем, это все равно, что, знаете, как, например, вот человек болеет шизофренией, да, и ты будешь с ним ругаться, что-то ему доказывать, но он болеет, ты не будешь ему это доказывать, я не трачу на это время, и все, ну, плюс я пишу очень много всего плохого, я не буду тратить, но я отвечу на то, что я посчитаю нужным, и все на это, и понять свое ментальное здоровье. Правильно, конечно. Да, ну, если ты не в курсе, вот наш канал, да, Бурят-Монгол-РХТН, это движение за отсоединение Бурятии от России. Мы не верим в то, что эту страну можно реформировать. Мы не верим в то, что можно просто Путин плохой, Путина прогнали. Сейчас все вот либералы, которых заткнули, да, сейчас им дать право, и вот они сейчас наведут порядок, и с коррупцией поборемся, и все будет прекрасно. Мы считаем, что проблема гораздо глубже, она вообще системная. В самом вообще построении этого государства уже есть дефект, который имеет очень глубокую историческую причину. Мы уже который раз реформируем эту страну, но у нас каждый раз выстраивается вертикаль власти. Как будто бы россиянин, он как бы не способен вот... Ну, то есть россиянин все равно построит вертикаль. Вот у нас Это будет так и есть. один строй, Да. другой строй. Все равно царь-батюшка в конце Потому сильной что это рукой ментальность. объявляется, да. Ментальность, которую надо менять, опять же, пропагандой, но просто пропагандой. Бывает Да. хорошую сторону, бывает плохую сторону. То есть это Да, даже ну так... не пропаганда, а просвещение, вот так скажешь. Правильно, Да, правильно ну то есть... сказать, просвещение. А у нас, Именно. понимаешь, у нас никогда не было выгодно ни царскому, естественно, правительству, ни потом советскому, ни сейчас путинскому. Это невыгодно. То есть мы Потому что считаем, что даже при результатом... всех хороших мотивах это просто невозможно. Просто это слишком огромная страна. Даже если мы постараемся сделать то, что заявляется нашими либералами, все равно это очень трудно осуществимо в такой огромной стране, у которой вообще нет опыта, да, настоящей демократии. Поэтому мы считаем, куда более реалистичны каждый построить свое государство нормальное, без этих имперских амбиций, осуществить построение вот органов самоуправления и так далее, вот это снизу, да, вот это вот нормальный строй, попробовать выстроить, возможно, только локально. Снова там очередной эксперимент замутить там на уровне этой огромной страны, это нам не видится вообще реалистичным. Ну а Вот, видят это... ли в личном отделении? В свое время СССР мы вообще были все в шоке, да, как это, СССР всегда был, и в одну ночь он пропал. Считалось что-то вообще невероятное, да, вот ты помнишь это первое чувство как-то? Мы Да, я... жили, да, в самой огромной стране мира, да, и вот ее нету, да. Потом было вообще СНГ, да, а потом еще что-то. Такое не первый раз. Просто этот процесс, он просто не дозавершился, да, в свое время. Ну, Сначала видишь, распалась там эти страны, потом эти отсоединились. И сейчас видишь, в уже как советские бы последний минуты этап. это было, как бы сказать-то, то есть по обоюдному согласию этого не было противодействия этому. Да Сейчас никакого изменится. обоюдного согласия. Вон Киргизия, они вообще не хотели отделяться. Их никто не спрашивал, отделили и все. Ну или Хотел, там конечно. какие-то другие. Те, кто Некоторые, хотел, да, там отделились. боролись, да, Прибалтика боролась там изо всех сил, и она как бы первая все расшатала. А некоторые республики вообще, они не готовы были к этим переменам. Они сейчас, только через 30 лет, уже они поняли, а как хорошо, что мы теперь независимая Да. страна. Это целый, это огромный был процесс, да. То есть мы движемся именно в эту сторону, потому что мы не видим вот этих перспектив каких-то реформ. Вот почему была какая-то критика в твою сторону, да, вот некоторые там что-то на тебя нападали. А, да ты считаешь, что только Путин виноват, что там такое писали тебе в комментариях. Я считаю, что это тоже неправильно, потому что, во-первых, ты не жила уже в Бурятии уже долгое время, как бы откуда тебе было знать вообще? Слежу за Вот, и событиями. ты, да, насколько я знаю, ты участвовала вот в движении навальнистов, правильно? Активизмом в этом движении занималась, да? Ну да. Это получается, в штаб Навальным первым вступила моя дочь. Вот она мне рассказывала, чем они занимаются. То есть, ну, я То покажу есть это рукой. она тебя, да, это привлекла? Можно сказать, что да, Да, именно вот молодец. именно познакомила меня, потому что, ну, все мы помним, как хейтили Навального, как он приехал, по-моему, в Бурятии, по-моему, его встречал на Мусорайном Сарае, что-то там задавал какие-то ужасные вопросы, ну, не то, что ужасные вопросы, а пытался его скомпрометировать и все такое прочее. У меня к нему всегда было такое, ну, вроде не знаю, то ли хороший, то ли плохой, то ли правду говорят про него, то ли неправду. И как-то я вроде как нейтрально так к нему относилась. А потом, когда дочь стала, ну, вот тоже познакомилась с активистами, вступила в штаб А Навального, стала мне сколько ей рассказывать. было лет на тот момент, да, Лиза? 17 лет ей.
17, по-моему, было. 17. Ну, вот только 17, формирование такое 17 происходит, даже, да. да. Но как раз вот он стал привлекать молодежь, что ее привлекло, что вам жить в этой стране, она должна быть такой, то есть вот это вот Россия, светлое будущее должно быть. Ну, она мне рассказывала, когда мы с ней общались, что ее привлекло именно вот это, потому что действительно он привлекал молодежь. Ну и все, а потом уже первый митинг в Краснодаре, мы, ну, естественно, пошли, очень много было людей, очень много. И вообще в Краснодаре собирались много людей. Они шли вот такой прямо колоннами, прямо по улице. Ну, у меня даже есть видео где-то. И вот я стала ходить на митинги с тех пор. Потом вот через штаб Навального перед выборами они, получается, сотрудничали с... Сейчас, по-моему, он запрещен или экстремистский. В общем, это умное голосование и голос. Это все вот вкупе работали. И, получается, мы прошли обучение, встретили целую кучу единомышленников. И вот как бы я бы не могу сказать, что я была прямо в штабе Навального, но мы с ними очень плотно работали вот по выборам. Ну, естественно, и встречи были в штабе и все такое прочее. Ну, естественно, после этого я переменила к нему свое мнение. Потому что этот человек делал, он делал дела. Я считаю, что говорить можно много, а дела не делать. И делал Ну, реально конечно, да, у очень него очень мощные вещи. эффективная, да, организация, Он вот. делал очень мощные вещи, потому что я вот у себя даже в Фейсбуке писала, если бы независимых наблюдателей было много или все на участках, нельзя было бы фальсифицировать ни на одном участке выборы. Нельзя. Просто невозможно. Как А ты считаешь, Настя, его жертва была напрасной? Вот то, что он честно сказать, потерпел я считаю, что он поражение. зря вернулся в Россию. Я считаю, зря. Потому что сейчас нам его не хватает, людям его не хватает, потому что это человек, который, ну, он Ты реально думаешь, что показывает он, что картину у него своей не жизни. было реалистичного представления о состоянии общества, в котором находится? То Я до есть у сих него пор не были могу найти. завышенные какие-то представления Я о не том, могу что найти будет ответ больше на этот вопрос. поддержки? Я думаю, он, наверное, очень надеялся на Запад. Он надеялся, что Запад еще может как-то влиять на, ну, через экономику, да, через санкции на Россию. Может быть, это как-то было причиной. Или, я не знаю, он же был православным. То есть какая-то немножко У нас фанатизм какой-то менталитет. был, Да, да? я не говорю, что это так, я говорю, может быть. А даже если ты и не православный, в принципе, мы все воспитаны как? Это же поколение наше, да? Вот он у меня, по-моему, старше на 1 год, что ли, по-моему. То есть это наше поколение. А мы выросли на чем? Мы выросли на фильмах о Великой Отечественной войне. Мы выросли на том, что мы должны Самопожертвование, да. спасать. Я мечтала в детстве, это так смешно, я мечтала, я думала, сейчас бы началась война, и я бы кинулась на вот этот пулемет, чтобы спасти. Вот понимаете, у нас такая ментальность. Она просто идет, она это вбита нам в голову, это тоже пропаганда с детства. К сожалению, мы с ней живем. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Вполне возможно, у него сыгралось что-то такое. Он хотел принести себя в жизнь. Ну, как бы он, наверное, надеялся, что такого не случится. Но даже если бы случилось, он будет, вот как сказать, сила, да, и что-то такое прочее. Я считаю, что, конечно, это было... Я вот на самом деле считаю, это было ошибкой. Потому что мне было бы сейчас намного проще, если бы он был на свободе, ну, в той же Германии бы жил. Мне было бы намного проще работать уже, потому что сейчас оппозиция разрознена. Я не знаю даже вот, к кому можно примкнуть, чтобы действительно искренне что-то делать. Пока что я не знаю. А он был тем человеком, который объединял, и он объединял оппозицию. Сейчас, к сожалению, ни в его штабе, ни где-то, ну, нет, я не вижу такого человека. Не вижу. Ну, Ну, я мы с тобой надо еще не себя. раз об этом будем говорить. Я буду тебя убеждать и дальше в том, что тебе надо примкнуть к движению за свободную Ингерманландию. Ты, наверное, уже Я... слышала, да, А. об этом, что это прекрасная будущая страна. Я, например, раньше не знала о таком народе, честно говоря. Об этом даже серия была «Масяня», да, последняя серия ты видела? Последняя серия там, как уже произошла ядерная война и как они там выживают. Я вот Нет, это... по-моему, вот я знаю, что есть еще одна серия о том, вот этот вот создатель мультфильма, он тоже за свободную Ингерманландию. Да, я И вот видела это. он снял об этом серию, но я не видела, да, что-то не успеваю, так много всего. Ну, я слышала просто об этой серии, вот посмотри, и, может быть, тебе захочется помочь тоже в построении. Я не Не, знаю, я правда, видела уже серию, там, твоя да, там типа осталось, как идентичность, они, не знаю по-моему, уже, называли. куда тебе принадлежит. Ты уже пожила и в Бурятии, и в Краснодаре, и в Питере. В общем, за что у тебя сердце больше болит, за какой регион? Потому что, как бы, нет такого понятия, что, например, русский народ не может жить в разных государствах, да? Вот немцы живут в разных немецких государствах вообще без проблем. Австрийцы, Да, конечно, немцы, да. там швейцарцы, какие еще немцы бывают? Это вообще не мешает им, как бы, говорить на одном языке и жить в своих маленьких и
успешных государствах. В общем, это тебе просто для размышления. Я как бы, естественно, в шутку так сказала, что я тебя буду убеждать, да? Это такие мысли как бы революционные достаточно. Еще когда Тоже Бурятия уже были, думала, это да? потому что у нас же на самом деле в Бурятии столько месторождений, очень много полезных ископаемых. Я думала об этом еще. Бурятия может отдельно жить. Я имела в виду другое. Я имела в виду, как будет работать институт и все такое, как что будет с теми людьми, которые не буряты, потому что я знаю, я видела в сети очень радикально настроенных бурят, которые Да, хватает такое, да, хватает. То есть вот эти вот вопросы, а вообще хорошая идея. То есть здесь, например, в Америке штаты, да, это полная страна. Ну, каждый штат это как страна, это правда. То есть когда я пока здесь не жила, ну, как-то я так, но когда ты здесь находишься, ты понимаешь, здесь нету такого, что денежное пособие или там, как это сказать, минимальная оплата труда вот такая. Она в каждом штате от того, сколько стоят коммунальные услуги, сколько стоит аренда жилья и все вообще там, бензин и все такое прочее. И она высчитывается, где-то она больше, где-то она меньше. Здесь каждый смотрит, ну, и это правильно. Регионы отличаются. Бурятия – это тот регион, где постоянно холодно. Тем не менее, у нас убрали северные, минимальные, намного меньше, чем в Якутии. Я понимаю, что в Якутии Да. еще холодно. В Бурятии настолько холодно, и настолько тоже нужно тратить средств своих на, вот, на теплосбережение, что я считаю это несправедливо. В том-то и дело, что ты вот говоришь, что делать с этими вот чиновниками, да, вот это как раз-таки воспитывает такой тип чиновников, которым невыгодно быть инициативным, что-то там действительно пытаться преобразовать жизнь к лучшему. Им выгодно быть послушным там сверху им, что скажет, Но просто я быть тебе такими скажу больше. марионетками, да, Я быть скажу больше. Они марионетками и, специально как поставлены. говорится, То есть они, как сказать, они уже знали, когда да? их назначали нашего Цыденова на пост, он уже знал, что он будет марионеткой, он будет просто, Конечно. как у нас раньше на телевидении говорили, ты ведущий там, говорящая голова, тебе ты не умеешь писать и все такое прочее. Это говорящая голова, которая просто Конечно. Вот как раз озвучивает. да. Да, он там решает какие-то мелкие вопросы, такие житейские, и все на этом. Глобально он Это как такой бы... хитрый ход, конечно, такого типа этнического бурята, да, поставить, который, Да. ну, нифига, у него вообще никакой идентичности, естественно, нет. Ему вообще плевать там. Никогда не подставят. Никогда. Даже, знаешь, я помню, я читала, случайно где-то нашла, и, честно говоря, даже не знаю, где-то в рабочем компьютере рылась, видимо, кто-то это оставил, ну, из моих там коллег, кто более старше, кто интересовался этим вопросом. В общем, там прямо целый доклад. Знаешь, это было еще, это было вообще, вот сказать тебе, ну, наверное, ну, может, 2007 год, вот такое где-то, и уже был такой доклад о том, что, как, в общем, не сделать так, чтобы буряты не восстали, скажем Конечно, так. это Или там было как было вообще со сказано, времен еще да, с что не древних ставят там такое, того и все такое прочее. да. Эта политика, она давно, годами в Советском Союзе, естественно, мы об этом Да, не знали конечно. и не задумывались, самое главное. Особенно наш регион, потому что мы на границе. У нас Монголия, и Да. всегда был страх, что будут там какие-то монгольские настроения, там особый контроль, и все вот эти военные части там у нас понастроили. То есть у нас Ну, еще помню, у всегда нас было пристальное внимание, и пропаганда сильная да. всегда была, и вот это все, У нас да. всегда были бурятские кланы еще. Это мафия скорее. Мафия, которая вот Сейчас это мафия. все по той же модели, что наверху, просто иметь доступ к кормушке, как бы главная цель, стремиться к какому-то реальному развитию в республике, там что-то действительно, какой-то прогресс там проводить. Такого интереса нет вообще. Нет, Главное, конечно. как бы быть возле кормушки и обеспечить свою семью, там своих друзей и так далее. И также и все должности раздаются по этому же принципу. И оно в этой системе вообще по-другому и не может быть. И раз уж у нас пошел такой разговор, сразу, чтобы не забыть, ты вот упомянула, да, вот положение русского народа. С русским народом как бы все прекрасно, хотя бы по той причине, что это большинство, Ну составляет да. большинство. Невозможно притеснить большинство, даже если кто-то бы захотел. Во-вторых, ну, мне кажется, у нас и с этим как-то все хорошо, слава богу. У нас был всегда регион, Да. отличающийся высокой терпимостью. Ну, например, вот если взять даже тимейских, они уже сколько, какого века, да, тут живут, Да. имеют полное право как бы считать себя это их родиной, другой у них нет и так далее. Да? Русское население тоже, оно разное, по идее, да, вот кто-то несколько поколений, кто-то там все смешали. Есть, конечно, те, которые сейчас будут орать, да, вот Путин, введи войска, да, все такое, да, но есть проблематичная часть, которая будет просто вот в шоке от таких перемен, вся их идентичность, она вот имперская, думаю, там Великая Россия, но у нас и Это буряты в есть такие любом же. городе России.
терапии. Ну. Да, и у нас и буряты такие же есть, которые себя, видимо, в зеркале вообще не видели, вообще не знают, кто они в этой стране вообще, куда второй сорт, там третий сорт, не знаю. Туда. Это, в принципе, проблематичная группа, как бы, и там и русские, и буряты, и всякие есть. Работы, конечно, очень много, тяжело будет с этим, да, вот, работать. Бурятия, наверное, тот, кто там живет, учится, хочет там жить. Это не важно, какой национальности. Конечно, конечно, но это бред, как бы. А что касается вот этих групп, я тоже встречала, ультра, да, вот националистические, типа бурятские. Ну, во-первых, там есть те, которые, ну, просто заблуждаются, как бы. Ну, мало ли, кто что орет в Ну да. интернете, как бы, да, господи. А есть провокаторы откровенные, да, есть вообще ФСБшные провокаторы. Им нужно, да, иметь такой подтекст, чтобы, если что, там говорить, вот, потому что надо их подавить, буряты там националисты, они сейчас все побегут русских Ну резать, да. там, и все такое. Может быть. Важно иметь таких людей на всякий случай, да, которые будут, как этот режим работает, да, если нужно, в Рязани дома там повзрываем, потом свалим на чеченцев, да, как бы у нас это обычная рабочая схема. Конечно, такие тоже есть, и иногда я сама ведусь, а потом себе напоминаю, так, ФСБ, ФСБ, Да, не провокация. будь такой наивной, да. Вот, что касается нашего движения, у нас официально заявлено, что мы собираемся строить политическую нацию, потому что нашему региону с нашим составом и так далее у нас нету других вариантов. Мы хотим строить политическую нацию, независимо от личности, да, чтобы все ощущали себя гражданами этой страны, все, кто патриоты, все, кто хотят строить жить к лучшему, все равны. Но в Казахстане, вот Раджана как раз в интервью я сейчас редактирую, она как раз рассказывала, что она пришла там в Польшу, в посольство, да, Казахстана, и там, значит, посол Казахстана русский, рус там что-то по-казахски выступает, там что такое. Ну вот в нормальной стране, да, человек любой национальности может достичь посты, в общем, иметь равные возможности со всеми. Конечно, к этому же мы стремимся. Какой смысл менять шило на мыло, как говорится? Одно плохое государство менять на другое. Если что-то менять, то только к лучшему, конечно, к цивилизованному, к современному. Да, было развитие. Да, вот именно. Нас, конечно, об этом постоянно спрашивают. Мы даже об этом как бы особо не говорим. Как бы для нас это просто в норме вещей, что мы, да, к этому государству стремимся. С единой нацией, где все равны и так далее. Естественно, бурятский язык будут возрождать, как, Да. потому что он в таком уже запущенном состоянии и специально, да, это все Вот, например, про развивалось. Казахстан, да, вот в Краснодар очень много приехало из Казахстана русских, хорошо, почему уехали? Они вот как раз из-за языка, то есть кому-то сложно выучить язык, а там же требования, чтобы все было на казахском языке. Государственный язык, да. Вот. Кто-то не хочет этого делать, то что-то. И вот очень много в Краснодарском крае, на самом, ну, в Краснодарском крае вообще много из регионов России и из других стран там, ну, из Казахстана тоже много. Уезжают. Ну, это тоже право А с человека. другой стороны, как много там русских патриотов Казахстана, Да. которые сейчас такие флешмобы, такие мощные устроили, типа не позволяйте России эти провокации, говорите громко, что нас никто тут не притесняет, не дай бог придут нас еще защищать русское население, да, еще не хватало, не дай бог. И они там в первую очередь встрепенулись, чтобы давайте не молчать, а то они, ну, то есть они Россию еще больше боятся, чем казахи, да, такое впечатление. Да. Ну, наверняка там у них проблемы всякие есть, но, по крайней мере, со стороны выглядит все так очень достаточно Проблемы есть хорошо. Да, везде, да. везде есть свои проблемы, в развитых странах тоже свои проблемы. Вот я знаю, что Конечно, конечно. Но есть просто проблемы, которые, ну, в процессе решения, да, как-то. да, то есть Да, а это есть, когда все решаемо, запущено, над этим да. работают, а у нас невозможно, у нас сейчас произошла какая-то стагнация, и мы движемся куда-то назад, мы, ну, летим в пропасть, я бы так сказала, вся страна Потому летит. что люди, которые что-то хотят реально что-то делать, они, ну, как бы их система сразу, ну, Ну, вот как выдавили тебя на всех. телевидении, да? Тебе даже Уже не надо было что-то в открытую говорить, ты просто чувствовала, что ты уже не с того теста, да, что ты вот сейчас будешь делать проблемы, что-то говорить, ну, и сразу тебя, ну и в этой степени профилактически я же тебя потом задвинули я сразу, да. работала в редакции газеты «Краснодарские известия», но там был уже трэш, потому что я работала, как раз началась война, и меня вызывали к директору, со мной вели профилактические письма. Ну, как бы доходило до увольнения, но почему я там работала? Потому что, конечно, нужны деньги, опять же, и опять же вот выход, да, то есть нужно было, мы сами выбирали себе темы, то есть ты прямо на неделю предлагаешь темы, редакция их утверждает, и все, и ты по этим темам, ну, как бы пишешь, работаешь, да, вот, естественно, я выбирала очень нейтральные темы, там, ну, защита, там, женщина от домашнего насилия, там, ну, если что-то так хотелось, или что-то простое, или что-то легкое, да, вот такое вот. То есть, но когда уже начали прессовать, что иди, сходи там на мероприятие, где школьники выстроились буквой Z, и напиши там что-то про это, я говорила, нет, Что-то другое. Мы
Просто да, надеемся на то, что, во-первых, очень сильно идет международное, конечно, уже давление на Россию, оно очень медленное. Взяло 2 года там, чтобы какие-то ощутимые санкции там начали работать. Кризис финансовый, он только назревает только сейчас. Все это время как бы у нас на жирка этого хватало. Читаю, да, например, Да. паблики какие-то, ну, вот, например, питерский паблик читаю, там такие новости, да, ничего такого политического, но тем не менее, там каждый день новости о том, что в России подорожает то-то на 10%, в России Да, подорожает да. то-то на 20%. Постепенно, да, Нет, это по постепенно, три да. новости. Я просто думаю, боже мой, это когда я уезжала, там было все дорого. Зарплаты, например, средние там в 30-35 тысяч рублей. Ну, если живешь без супруга, ты просто не выживешь. Платы не повышались. То Но есть, тем не ну... менее, все вот делают вид, что все хорошо, и вот я тоже иногда звоню там знакомым, они, у нас вообще все прекрасно, как бы. Они не видят Ага. выбор, понимаешь, что таких людей нужно просвещать. Почему я и ругаю пропагандистов, почему я сама вот сейчас выступаю, да, хотя, ну, в принципе, могла бы сейчас не выступать, я могла бы не говорить, потому что, во-первых, это, ну, морально сложно, когда в тебя полетят прочее, да, то есть ты не хочешь себя ощущать, да, в чем-то плохом, но, тем не менее, когда ты об этом говоришь, ты хоть чуть-чуть переубеждаешь. Помню, был какой-то интервьюер у нас, по-моему, даже на ТВ-коме кто-то приходил, какой-то бизнесмен, что-то говорили о вот бизнесе, как там, ну, как вот можно, в общем, его развивать в России. И вот он прямо говорил, что конкретные шаги, они там что-то куда-то, какие-то обращения, все такое прочее. Ну, ему задают вопрос. Ну, пишите, вас же не отвечают, нету никакого вообще эффекта. А он говорит, а вот типа это как вода, как камень. Сейчас отправим, потом еще отправим, это в другую. Но сейчас мы можем делать то же самое. Я говорю, сейчас мы с тобой поговорили, да, вот кто-то все равно увидит, кто-то услышится, да, кто-то, может быть, я, Нет, например. я тебе очень благодарна, Настя, потому что особенно вот люди, которых люди знают, да, публичные люди. Ну, может, молодежь сейчас уже Нет, это как, молодежь. с тех пор, как ты уехала, да, но те, кто постарше, наверняка помнят тебя. Поэтому вот каждый голос очень важен. Я говорю, каждый голос И важен. причем разные голоса важны, потому что каждый находит какую-то свою аудиторию. Нет, вот, С да, у каждого разными свой людьми люди себя стиль, да. ассоциируют совершенно с разными какими-то персонажами, да? Каждый в своем стиле, да, обращается к какой-то, к каким-то другим людям. Я, например, может, кого-то раздражаю, то больше с тобой ассоциируется, он тебя послушает, тебя, а не кого-то другого. Поэтому нужно приглашать всех и говорить со всеми, Да. и вести диалог. Да, это разный возраст. Люди вообще странные, скажешь, там, у тебя прическа не такая, я тебя слушать не буду, да? А, или ты меня... Кого-то Нет, другого, да. не самые, наверное, такие. Мне бывает спикер, но неприятен. Мне не Да, нравится да. голос. Имеют Я не право, буду да, слушать. на вкус Я и не буду, цвет. я послушаю другого, да. Поэтому, да. И очень важно сейчас, да, говорить, всем говорить. Ну, те, кто тем более находится в безопасности, все россияне должны это говорить. Меня поражают россияне здесь, в Америке, таких очень много. Ну, единственное, им, конечно, может быть, как сказать, в 90-х годах, да, но здесь очень много тех, кто топит за Путина, за Россию. Даже начинают спрашивать, ну, а вы почему не едете? Ну, Россия же замечательная страна. Они говорят, ну, нет, мы же здесь уже живем, мы здесь привыкли. Я говорю, ну, вы попробуйте ездить в Россию и пожить там на российскую зарплату, с российской ипотекой, с беспределом, с тем, что ты куда-то придешь, и тебе просто за то, что ты не понравился, донесут. Даже ты, может, ничего и не скажешь, но они просто донесут, потому что ты не понравился, как вот на этого врача Буянову из Московской области. Буянова, по-моему. Это же ужас. Это же Меня просто как... больше всего вообще смешит. Злорадство, конечно, плохое чувство, но очень приятное. Вот мне даже вот это вот, Смеялись, злорадно. да, вот эта история с Ивлеем, Настей Ивлеевой, я даже не знаю, кто это такая, но как бы так много об этом Да, писали, да, вот эти все люди, которые думали, что они неприкасаемы, да их-то не коснется, а вот сейчас ходят все извиняются там до упаду, там полезать в жопу там кому-то надо идти там извиняться. И мне вот это вот такое удовлетворение, это такое удовольствие доставляет смотреть на это, потому что они все думали, что можем жить такой своей распрекрасной элитной жизнью, да, там это вечеринки, все такое, нетушки. Вот вы играли по этим правилам, вот теперь тоже как бы это получаете последствия, жизнь да. по этим правилам. Да, вы играли по этим Да, правилам, а теперь да. жизнь по этим правилам. Да. Вот И так. теперь Это они как... пишут о том, как я переосмыслила, да, оказывается, Путин такой великий стратег. Это... И вот она, бедная, теперь как пионерка, пишет эти тексты, то есть как Да. она все понимает, думает, чем я могу помочь моей стране. Это все такое.
Думаю, боже мой, какое унижение вообще-то. Вот. А это унижение, Да, а это вообще канал ужасно. Крымский СМЕРШ, это же вообще трэш, это такой трэш, это просто вообще не вопрос. Я даже туда теперь не захожу, я раньше заходила, а теперь туда даже не захожу, потому что ну, это настолько унизительно. Ну, блин, вообще кто-то песню услышал о соседе, песню на украинском языке, дома, у себя дома. Да. Вызвали, пришли вот эти вот, ну, маски-шоу, так скажем, людей положили в пол. Это вообще нормально? Это вообще как вообще? И у меня просто нету даже слов. И это коснется каждого, оно будет касаться дальше, потому что ты кому-то не понравишь, когда сейчас репрессивная машина зла начнет, ну, она уже, вернее, очень пожирает, но она начнет пожирать всех, кто будет неугоден хоть чем-то. И это не будет касаться ни войны, ни политики. Просто это как вот в сталинские времена. Да. Соседа тестируем, к жене подкатим. Или там, хочешь повыситься в должности, настучим на начальника, сами начальником станем. Это коснется всех. Это страшно. И я не понимаю, как страна, которая прошла это, исторически прошла. Это было совсем недавно. В этом жили наши Да. бабушки и дедушки, извините меня. Но потому что у нас не было настоящего Мы переосмысления истории. знаем реальные У нас истории. Как не было только по переосмысления? верхушкам. Просто у нас культ личности там разоблачили, там, ну, чуть-чуть это все только началось, и потом опять величие. Опять величие поперлось, мы самый великий народ. Да, я не понимаю, знаешь, чего? Я общалась, ну, как вот по журналистской деятельности, общаешься очень со многими людьми, ты снимаешь на разные темы и все такое прочее. Я общалась с теми еще со школы, мы готовили свою родословную, ходили реально в архив гулять, она была очень хорошая учительница по истории, очень прямо невероятная Светлана Семжикова. И она нам первый раз тогда сказала, давайте все будем делать родословные. Естественно, ну, кто там, кто что-то смог найти, кто-то нет. Пара ребят нашли, а вот именно своих репрессированных родственников. То есть они не знали, может быть, что-то не видели в архивах, они нашли вот их. То есть это было детство, 7 класс, вот так где-то. Потом, естественно, да, когда ты общаешься, тебе рассказывают. Потом у нас была, по-моему, история Бурятии. Там даже были какие-то, по-моему, истории о том, что вот были вот как репрессии в Бурятии пошли. По-моему, даже вот это было. То есть, ну как, ты же это видишь, это касалось Бурятии, это касалось всех. Ты это знаешь, и как ты можешь сейчас просто не сопоставить? Ну, это же вообще, это вот как 2 плюс 2. И как ты можешь сейчас это не сопоставлять? Самое поразительное, что россияне, бурят, они просто, а сейчас очень многие, и у меня-то есть такие знакомые, они, конечно, не за войну, но они просто отмахиваются. Они говорят, что я могу сделать, если так жить, конечно, ну, никаких изменений не придет. Нам только остается как можно больше вот распространять эти идеи. Сейчас пока очень слишком все боятся. Некоторые не лайкают, не подписываются, естественно, боятся, но они хотя бы слушают. Если все будет все-таки по плану, да, в смысле то, как мы предвидим, если вот произойдет все-таки этот системный кризис, чтобы люди были готовы, чтобы люди были Да, готовы к сейчас переменам и чтобы главное. поддержали нас и так далее. Да. Это Вот. все правильно, чтобы И люди все, были что готовы, остается. когда произойдет вот этот вот переломный момент, а он произойдет, чтобы люди были готовы действительно, они знали, ну, к кому примкнуть, сегодня сказала, Чего да, прям ожидать, да, примерно, премию, да? Потому что да. много всех. Еще мне очень не нравится, что в нашей оппозиции постоянный срач. Я просто... Это так невероятно глупо. Блин, вот как ты правильно сказала, каждый голос важен, и позиция каждого важна, кто против этого режима. Потому что первая наша сейчас цель – просто каким-то образом свергнуть этот режим. Ну и готовиться, естественно, каждый там По своему плану, да. например, к отделению, да, если действительно большинство бурят этого захотят, если действительно это будет так, почему нет? Я думаю, знаешь, что еще нашей оппозиции очень много не хватает? Именно плана. Люди ждут плана, люди ждут конкретного плана, да, как это будет. То есть, потому что, вот как я тебе сказала, многие не понимают экономически, не понимают по национальностям, Абсолютно, да, да. как, Ты например, будет права. работать здравоохранение, да, вот это все, потому что Да, у система, нас очень мало, да, на это пока она материалов на всякого эту няня тему. вросла в Россию, понимаешь? Она настолько, она прям и пути корни, если обрубить их же, надо как, ну, чем-то заменить. И поэтому людям важно это понимать. И вот если оппозиция, которая там предлагает что-то, это должен быть план, чтобы люди понимали. И тогда они будут понимать, ага, а действительно, мы отделимся, у нас вот так-то будет, мы там с тем-то будем сотрудничать, вот так-то, так-то у нас будет. Да? Они будут себя чувствовать спокойнее, и они будут, и, соответственно, будет больше сторонников. Сторонников, и действительно, когда произойдет переломный момент, Да. потому что ну, это уже право жителей Бурятии.
Вот проблема только в том, что людей довели до такого состояния, Да. что сколько процентов там шариковых, как бы, и Ну, потом ждать, что посмотрим, они будут надо нормально посмотреть. участвовать в референдуме, тоже как-то. Они только привыкли ставить галочку, что им Да, скажут, да. я и говорю, нужно сейчас просвещать. Я думаю, мы сейчас самое, что мы можем сделать, это просто просвещать, чтобы нас слушали, слышали, думали, ну, какие-то, не знаю, строили планы, может быть, даже что-то предлагали, если это безопасно. Я очень надеюсь, что вот все эти специалисты, которые нам нужны, в скором времени все-таки будут способны как бы сотрудничать. Потому что сейчас как бы мы вообще не можем никого привлекать. Ищем тех, кто за рубежом пока, вот, Да, пока только так. пока что так. Ну, это тоже, это как сказать-то, это же как первый класс, первый второй класс, потом третий. Так, в конце концов, результат, потому что не делается все так быстро. То, молодцы, спасибо вам, что вы этим занимаетесь. Я знаю, что давно и поражала вашим смелым поступком. Да, и я Идея. тебя тоже очень благодарю еще раз за то, что ты вот пришла, я много чего рассказала интересного про работу на телевидении. Я, например, не знала вот изнутри, как это все работалось. И приятно очень услышать, что у нас еще не все так ужасно, как в других регионах. Ну, сейчас Да, так. держатся как могут, да. Сейчас так же у нас. Я просто говорила про 2014 год. Да, сейчас, Вот. конечно, всех заставили, всех Причем подмяли. всех. Сейчас все Да, подожди, конечно. как говорится, колпаком. Я очень рада, что у вас получилось выбраться. Это действительно очень-очень трудное и моральное, и материальное вообще такое, конечно, квест. Ну да, Выбраться, ну что вы смогли, да, это все да. очередное испытание выдержали. Желаю удачи на новом месте. Да, это вот эти типа, в Америке у нас тоже такое стереотипное, а так здесь так прекрасно, конечно же, это же Америка, очень тяжело, ты теряешь все. Ну, Вот. Америка такая страна, которая дает такую возможность. Удачи Просто вам. нужно, да, приложить усилия, и в принципе все будет хорошо.